А что если верните мой 2007, такой видос уже был, и поэтому сегодня, а что если верните мой 2007 2? Ну я иду, я рядом, я рядом. Байте, байте, вот можешь подстоять, там я Торрен корабль хороший. Вот по ним, троим дискорд. Ай, по троим дискорд. Блин, как же это... Ты чё, чувак? Я не успеваю сагрить его. Подойду поближе, так как... Хорош. Как меня змеи эти хреначат, дядь. Я ТП на базу сделаю. Просто серч мне даешь, серч. Глиммер. Хорошо. Ну, дядь, все в твоих руках, дорогой. Жесть, как меня душат просто. Я не выживаю, дядь. Ой, меку нет. Не дал еще. Я бы стики нажал еще. Как не дал, дал? Ты не дал меку под конец, дядя же. Почему я дал? Блин, он действительно ее дал. Два щитка. Без вопросов вообще. Два щитка. Томбу разобьем. Томбу. Хорош. А тебе щит есть? Ой-ой-ой, дядь. Посмотри. Как крутимся-то, ё-моё. Вот так сделаем. Хорош. Антонио. Я. Yeah. Ты вернул 2007? Да, док. Как там в этом фильме? Запускай, док, машину. Запускай. Тю-тю-тю, вот эта вставочка. Машина разгоняется. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Ксаназ. За сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если верните мой 2007, такой видос уже был, и поэтому сегодня «А что если верните мой 2007 2?». Не стал я долго придумать название видоса, поэтому сегодня будет... Ты чё, смешно там тебе, что ли? Нет, ни в коем случае. Короче, Антонио сейчас немного уже в курсе, что мы будем делать, но мы будем, конечно же, делать 2007 здесь прямо сейчас, и... Антонио, давай покажем, как надо делать 2007. И сегодня у нас особенный пик героев. Сегодня я буду играть на том персонаже, на котором я играл огромное количество времени в то время. Ну, в то время это где-то 2010-й, это был у меня Акс. Ну и тематически, я думаю, сюда Дарксира запихнем, потому что я очень часто помню, комбинили Акса плюс Дарксира. Топ занят. Вот так вот напишем. И будем пикать. Друзья, перед началом данного видео обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube канал, ну и конечно же не забывайте про другие видосы, которые мне помогает писать Антоний в рубрике «А что если?», ну а гайды я уже сам. Поэтому, ребятки, спасибо. Антонио. Я. Yeah. Ты вернул 2007? Да, док. Как там в этом фильме? Запускай, док, машину. Запускай. Тю-тю-тю, вот эта вставочка, машина разгоняется, да? И все, и механизм не сработал. Нормально. Короче, мы сегодня так, ну, навеселе, и будем стараться дать немного контента в этой катке. Постараемся лайн жестко задушить, собрать, как обычно собирали тогда, ВГшечки на Аксевича. ВГшка на Акса, двойка, щиток. На третьем левеле, думаю, Антон, будем с тобой прям душить на лайне. Давай. А что на Дарксира тогда собирали? На Дарксира? Я вообще не помню, чтобы его вообще им играли. Он его вообще, я даже помню, его не пикали никогда вообще. Это такой, типа, урона с руки нет, плюсиков нет, типа, на уроне. Все, неинтересный. Пикать вообще не уродом. Ты видел его лицо? Он вообще урод. Ну зачем ты так? Ему же тоже обидно. Ну, блин, по факту, из-за этого мы его тоже не брали. Он просто он урод. Ты урод, Дарксир. Он такой, плакать, такая в сторону. Блин, обидно на самом деле звучит. Врубил тур со скалы. Опа! Опа, осуждаем. Короче, на Дарксира Арканы Ринг собирали. Тогда, если уж на то тематическое. Но Арканы Ринга, к сожалению, нет. Но вообще оно есть, Арканы Ринг здесь. На 85-й карте оно прописано. Его даже можно прописать через читы. Но здесь конкретно нет. Насколько я помню, по-моему, кольцо Protection берешь. Energy Booster и что-то... А, и рецепт, вот. И все, и кольцо собиралось, насколько я помню. Вот, но об этом, как говорится, два щитка, без вопросов вообще, два щитка, это не канает. А мне, может, 5 клареток купить тогда? Что-то подобное было давным-давно. Нет, давай, ты хотя бы ты руинить не будешь, дядь. Я два щитка взял, я думаю, меня это защитит по максимуму, и погнали.
В общем, по артефактам тут будет в любом случае у нас определенный билд на Акса. И он будет такой. Здесь будет ВГшечка 100%. Будет ПТ, будет Soul Ring, будет Аганим. И, возможно, Soul Ring апнул в Bloodstone. Посмотрим, как тут пойдет. Вот, и примерно с таким затаром будем бегать. Ну и Blade Mail где-то там в серединочке, может быть, запихнем, посмотрим по ситуации. Вот, и как бы так будем играть. От Дарксира не знаю, что тут ожидать. Ну, как бы Аркану по-любому он сделает. А там дальше фиг его знает, что вы раньше делали на ДС. Потому что я даже и честно не помню, что на него вообще собирали. По-моему, все стандартно мы собирали. Все стандартом. Ну, точно дагер не покупали, это слишком было профессионально. Да, дагера вообще в то время старались не брать. Именно вот когда начальные вот такие были моменты, да. Опа, 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 пошло. Останчик будет? Алхимист. Алхимист. И не догоняй. Ну, у нас немножечко парнишка на пятом слоте качнул молнию вместо стана. Ну ладно, ничего страшного. Забрали бы, кстати. Чё тогда, как делаем? Смываем крипов, да, наверное, мощно, и заходим за Т-шку, правильно? Да, просто с нулевой сразу. Сейчас вот тут крипов тогда смываем. Хорошо, вот так вот. Ну, конечно, Диргена сразу мать может, жестко. Конечно. Ну, кстати, у тебя фарма тут намного больше, по идее, должна быть, потому что у меня... Опа, опа, если я сейчас достану до него... О, достаю, хорошо, запиливаю. Ой, я зря подошел. Силу, да, подапали ему. Ну, нормально, вот тут сейчас вот так сделаем. Главное тут не отъехать. По идее, не умираю. Хорошо. Горелку кину и в лесочек. Вот так побегаем, как в 2008. Во-во-во-во-во-во-во, Антоха, во, то, что нам нужно. Зажмешь его? Зажимаем, зажимаем. Зажимаем. Опа! Здорово, здорово, братанчик. Блин, вот он жирный. 6. Блин, у меня хп кончились. Дай тангусик. Дай тангус. Быстрее, Антоха. Мне кажется, уже ГГ нет. А щиток-то работает? Нет, 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 нет. Мне сила восстановилась. Сила, которая не снилась моему отцу. И как говорил дядя Бен, чем больше сила, тем больше ответственность. Да ты посмотри, они просто нон-стопом бегут. Но мне до кольца чуть-чуть осталось. Уплотнительное колечко куплю. Выводи крипа на лайн. Иди, я сейчас вот этот изи кэмп форману. Изи кэмп форману. Ну, кстати, два щитка, по-моему, насколько я знаю, они не работают. Насколько я знаю. Вот. Так-то. Так-то стратегия хорошая с двумя щитками, но это деньги в мусорку, в помойку. Beautiful. У меня, блин, уже маны нету. Маны нету, куры нету тоже. Но я иду колечко брать. Ну, зомби, кстати, такой. Зомби это персонаж, который очень жестко может соло лайн нагонять за счет того, что хапает силу. Так, ну у меня 9 хп регена, дядь. Че, у тебя там есть золотишко? У тебя много, по идее, должно быть золота, там с двух пачек крипов. Хорошо. Блин, опять он двух собирал. Немножко переждем. Чем меньше хп, тем быстрее я зарегенюсь. Хотя бы что-то познание доты мне дает. Чем меньше хп пул, тем больше зарегенишь. Главное не хапать от венги. Сейчас под тавером чуть постоим, зачилимся. Чуть хп поднимем. И пойдем. У венги сапог просто, понял? Ну, и я сейчас агру возьму. У меня, если что, турги нету. Надо я будет вкачать. Вакуум и четвертый левел сразу серч и поехали. Ну, сейчас, наверное, раскидаем крипов просто грамотно и все. После раскидона крипов пойдем в атаку. В атаку! В атаку! Ахе, брат! Кура дау! У меня нет кура, брат. Опа, ничего себе, но мне стан будет. Томбу разобьем? Бьем, сразу, бьем. Хорош, хорош, хорош. Зомбака кину, вот эту штучку. Подблочу. Ух, он тебя. Еще один щит. Ну, перебафал. Ну, пойдем под Т-шку у нее пока. А, она с сапогом, блин, я забыл. У меня сейчас уже тоже будет. Блин, жестко душит она. 100 маны у венги, нету маны. Сейчас я сапог куплю себе, дядь. А мне ГГ. Не-не, там нету маны пока что. У зомби есть. Не хватает немножко там. Все, я бегу, дядь, выручать. Венгу ГГ. Так, Венгу ГГ. ГГ.
Ну, по кайфу тебе золото капает. Чисто герой для тех, у кого не все дома. Что? Пока все дома? Ой, бро. Ой, смотри, смотри, Шама пришла. Давай задушим его. Я просто иду рядом и все. Оп. Ничего себе, мой профи. Хорош. Так, стики возьму. Блин, по кайфу, у меня уже фулл хп. Вот так сделаем. Блин, круто было бы за тэшку. Зомби, смотри, сколько хп, дядь. У меня вообще нету. Ты солринг хочешь, да? Хорошо. Найс. Вот это, конечно, интересно, ребята. Тот самый геймплей с 2007-го. Блин, это круто. Не знаю, как вам, ребят, но мне реально очень нравится это. Порегенься пока, пойди на лайн. Я тут экспу апну, плюс отведу немножко. Отведу, даблстак сделаю. Я... Все, короче, еще, у меня все есть. И щитки, и скорость. Хорошо, ну сейчас просто, короче, по стратегии. Кидаешь щиток, скорость, и я забегаю, и все. И все. Жестко. Три ассиста у меня, у тебя два фрага, да? Найс, круто. Блин, по кайфу. Молодежно. Мегалодежно. Мегалодон. Что? Мегалодонь. 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 Понял, да? Так, чучок. Где эти наши товарищи? Они, походу, свалили, дядь. Одна здесь. Ща. Я... Оп, добиваю. И зомби тоже тут. Зомби тоже? Ну, типа, серж, если даешь, я... Томбу разобьем. Томбу. Хорош. А тебе щит есть? Ой-ой-ой, дядь, посмотри. Как крутимся-то, ё-моё. Вот так сделаем. Хорош. Вот это вот прям вообще настолько легко раскидали, да? Жесть. Вообще... Я за тэшку зайду. Ничего не делал, да. Вот в этом-то и прикол. Акс плюс Дарксир на лайне, это было прям, я помню, мы... Я в то время даже, помню, иногда CM-ки поигрывал с пацанами. В рестлер был типочек, короче, у него один герой пул был. Это был этот, Бойник, короче. И он всегда на Бойнике играл, всегда тарил арчита. Мы играли, короче, у нас еще в команде пару человек было. Играли на боковом лайне, помню, Дарксир плюс Акс, и это было прям очень оверкруто. Прям реально оверкруто. Так, жесть у меня затар, посмотри. Властелин колец, властелин щитков. То есть, ну сейчас ВГшку уже подниму просто с тупо. Тупо ВГ беру и все. Прям вообще. И буду типа 6-я минута ВГ. Тогда раньше так и делали примерно. 6-я минута ВГ. Типа знаешь, такие два противных героя на топе, которые будут постоянно ломать тавр. Постоянно вот такое вот иметь какое-то давление. Прессинг и их выгонять только толпой. Вот я вот эту тему себе так помню. Че, будем выбегать на серже там? Да. Венгу. Там Венга, быстро ее убьем. Все, у меня ВГ есть, я прям под тэшкой могу пробежаться. Че, полетели? Выпускайте рачков. Все, типа вообще настолько легко. Вообще, типа. И дальше можно стоять, долбить. Пойду. Крипов. Только подходи, не забывай на экспу. А то будешь обделен. И одного крипа комиссионного, кстати. Нифига себе, у нас вардит, чувак, посмотри. Это что за видеонаблюдение? У нас нет. Мы бы сейчас внизу всех разнесли. Да. Давай себе соло-кур возьмем. Я соло-кур себе куплю. Давай. Дефолт вардинг. Чувак, странные понимания у тебя о дефолт вардинге. И вот это типа... Вот типа, не, ну подставь уже сюда. Типа, ну в центре поставят вот здесь вот, да? Типа, и спалят весь твой вард, супер вардинг, да? Я захожу, дядь, в наглую. Рак! Ну дашь ты стан дальше, что? Мне серч сейчас дадут. Наверное. Вот так вот. Ой, прикинь, шаман тпхнулся, и я, короче, в него ультанул. Вот это рак, чисто рак 2007 года. Все по канонам 2007. Жесть. Там он просто не крутился, он под самый конец крутнулся, короче. На этом. Под самый конец крутнулся на аксе.
И, короче, из-за этого вот это так, блин, ну все, быстро надо было, там полсекунды, я зарядил ульт, но вообще такой мисс тупой был. Ну ладно, ничего не поделать. Ничего не поделать с таким миссом. Я на низ ТП шесть взять. Сейчас. Там настоящий за тобой бегу, да? А у них, блин, тавера нету, дядь. Тут тавера нету, я думал прилечу. Вот иначе, ну да, их там толпа была. Ай, блин, жалко. Что там за суета? Фига там. Чувак на ДК, конечно, ДК тяжело будет убивать, дядь. Прям очень тяжело. У нас нету тех, кто катку тащит. 0-6, парень, на этом, на лишраке. Если что, на низ приходи. Я лечу уже. Давай. Я думаю, некстом ВГшку сделать. Все. Надо бы. О, сейчас себе там, мне щиток. Давай, мне щиток. Пошли по чуть. Даешь серч? И я типа... Хорош. Вот то, что нужно. И себе щиток, дядь. В два щитка. Я на тебя два накинул. Оп, хорош. Не забывай себе кидать. Он долго идет, щиток, дядь. А, блин, подожди. Я тут никак в Доте 2. Я думал, они стакаются. Нет. Себе один и мне один, и все. Он долго висит. Он секунд... Блин, вот не помню, секунд 20 висит, секунд 10 кдешится. Не, он вообще 25 висит. Я кидал на тебя, думал, что они стакаются. Вот он. Не-не-не-не. Не, ты че? Я раковый, короче. Не, ну ничего страшного, просто человек Dota 2 миллион лет играет уже. Первый Dota вообще не заходит. Вот так они стакаются, вот так в два щитка. Вот сейчас смотри, что с крипами будет. Это я знаю. Вот. Типа вот это да. Вот это пушка. Так, щиточек один в помойку. Верните мой 2007. Наверное, Бродсворд возьму. Опа, пуч. Да. Давай, залетать. Давай, серж, да, я поехал. Ты чё, чувак? Я не успеваю сагрить его. Подойду поближе, так как... Хорош. Жесть, как меня змеи эти хреначат, дядь. Я ТП на базу сделаю. Надо уходить. Давай. Опа, там еще кто-то, зомбак. Дядь, ну себе сержа и беги. А, у тебя КДшка еще. Блин, мог уйти, дядь. Нас ливнул. Лишрак. Лишрак ливнул. И против нас толпа. Будем 2x5 играть, кстати. Да. Ну, если что, переоденемся, я думаю. Я, если что, даггер возьму. И ты даггер возьмешь. Будем стараться. Там просто проблема ДК будет. ДК немного тяжеловато будет убивать, потому что у ДК много армора. У меня крутилка это от армора. Ну и физика, соответственно. У нас физиков особо нету. У нас алхимик есть с акрыдом. Это уже хорошо. Но алхимик не сможет. Мать, у меня глиммер есть. Мы сейчас будем жестко их лукать. Давай на этот зайди. Опа. Сейчас вот тут. Я вот тут сейчас венгу поймаю. Зачем ты палишься, эй? Рак на вивере вообще, конечно, у нас. Погнали. Я томбу сразу бить. Опа, отойду. Я вижу, 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 дядь. Но томбу вивер не хочет разбить. Блин, я кручусь тут. Опа, вот так вот. Мне щиток дашь? Томбу. Лимерал. Ой, хорош. Блин, меня свапнул под тэшку прям. Ай, все, и вижен дает. Блин, ну на меня все нажали абсолютно. Жалко, вивер не додумался томбу разбить. Да, да. Жесть, я из-за томбы, по сути, и сдох. Очень много дэмджа получил. Замедло, они реально, не могу двигаться. Эх. Я не умею, говорит. Я не умею по томбе бить. Так сложно. Сложно по томбе побить. Ладно, я тогда буду просто игнорить драку и бить, стоять томбу. Варианта нету, дядь. Иначе... Иначе будет вот такая вот то, что сейчас. Меня вообще жесть как раз контролили. Просто тупо простоял в фиксе, в стане. Но это жестко. Очень жестко. Блин, я бы там просто ультом бах-бах-бах. Но жалко, конечно. Так, я на мид иду дальше.
На мид пойду. Лучше еще. Блин. Заходи сверху, вон там. Давай. Я вот здесь сделаю. Дал бы мне 2-3. Ты стянуть их хочешь, что ли? Смотри, я тут 5 героев тут стоит. Вот, блин, я этого опасался. Кату такой. Ладно, я пошел наверх фарману. Нам надо, знаешь, как комбинить. Раз уж так пошло, кидаешь глиммер, серч, я побежал. Забегаю, агрю и убиваем. Только так. По-другому никак не получится. У нас тут 2 на 5 будет. Чекай. Там 5 игроков у нас пока. Но они такие ватные сейчас. Жесть, мы так можем их разносить. Нам нужно только грамотно комбинить. Прям грамотно-грамотно. Ну, Вивер Владимир собирает. Ну, пофиг, на команду пусть. Пусть на команду. Я топ толкну пока. Если что, ТП-шку нажму. Они просто, ну, смысл там в миду сейчас тусить. Томбу, блин, так не хочется тратить на нее время. Я пока пофармлю. Просто они стоят у тавера. Ну, смысл мне к таверу подходить. ДК пришел, армлетик, да, там какой-то. Хорошо. Ты тоже решил нырнуть, да? Правильно. Пока пофармлю. Может, попробуешь тогда, если что, грифсы поднять? Вот-вот-вот, эти фармы. По чуть-чуть. Грифсы-то хороший артефакт. Так, на топ стянулись они, да? А ты медочек запылесосишь. Как раз у тебя сколько там уже? 1500, да? Нормально. Сейчас половину меки возьмешь. Чуть такой немножко, давай затише сделаем. Это тяжело драться. У нас совсем никого нету на драке. А у них прям много. Свапы, хикцы, сетки, станы, ДК стан, еще задувочка ДК. Очень много кнопок, которые действительно мешают. Реально очень мешают. Очень мешают сильно. Что там у тебя уже почти есть, да, мека? Меку сделаем, и можно как чекпоинт ее использовать, да пойти подраться немного. Как чекпоинт. Я, наверное, травелуху возьму сейчас, буду подспличивать. Но все-таки какой-то геймплей будем использовать уже более грамотный, нежели чем, верните мой 2007. Почему? Потому что ситуация такая, что один ливер, на вивере ракушечка небольшая, и алхимик просто АФК фармит. И получается 2 на 5, все драки, дядь, не умри. Ты погиблый. Ты погиблый. И соло я не могу, получается, без даггера убивать, но даггер я пока брать не буду. Пока ситуация не критическая, все-таки у нас тематическое видео, а в то время на Аксе даггер не брали, поэтому я буду придерживаться более такой серьезной этой. Дальше, значит, Тараска, да? Сразу. Тараска? Нет, тут без Тараски точно. Блин, ну поможет, поможет, да, мне парень? Что... Нет, я тут умер, скорее всего. Станы мне, все мне. Ну, алхимик вывезет. Думаю, вывезет, даблкил алхимик сделает. Должен. Ах, свапает, прикинь, как на венге, а? Ну, умрет, все равно шаман, отлично. Молодец. И венга тут даже. Я не знаю, но она не понимает, что такое алхимик с радиенсом. Ой, хорош, Антох. Там мид томба ломает, правда. А не видишь, толпой играет. Тяжело так, конечно. У нас прям совсем как-то уныленько. У них повеселее. Че, у тебя там есть мека, да? Есть мека. Все, отлично. Давай сейчас немножко покомбиним, дядь. Залог успеха, реально. Ну, тогда я на мид бегу. Ну, да. Мне кинешь, если что, подготовимся. Глимерочек там. Кнопочка. Юв, где команда? Нет команды у нас, чувак. ДК. Я не уверен, что алхимик вообще знает, что он аганимы может собирать, поэтому я соберу сам. Отойдем пока в кустике. В кустике. Блин, опять-таки близко у тавера не хочется драться. А был бы даггер, жесть, я сколько бы уже грязи наделал бы, на самом-то деле. Ну как непрактично в то время на самом-то деле было. Прям вот
через дагер. Но фарм у меня полностью остановился. Полностью. Пудге тоже дагер. А пуджа дагер? Угу. Блин, ну пуш не трушный. Пуш должен... Так, на мид сейчас прилечу, Антох. Не умри там, пожалуйста. Вот здесь вот. Нет, я в лигер займу. Пойдем оттуда, вот оттуда. От Т-шки. Есть ТП? Есть ТП. Давай жмакай ТП, дядь. Да, на тавр. Блин, томба, под томбу залазить. Такое себе. Они пойдут атаковать? И пойдем. Просто серч мне даешь, серч. Глиммер. Хорошо. Ну, дядь, все в твоих руках, дорогой. Жесть, как меня душат просто. Я не выживаю, дядь. Ой, меку не дал еще. Я бы стики нажал еще. Как не дал? Дал ты? Не дал меку под конец, дядя же. Почему я дал? Когда я умер. Тогда дал. Реально. Так, поехала. Все, мы еще не закончили, если что. Раунд 2. Да иди нафиг, крип вонючий. Блин, шаман подбешит. Сетки в меня все дают. Печалька, конечно. Слушай, можешь дагер взять? И ты будешь заходить, если что, тоже помогать. Они жесть как держатся. Меня просто убивают с руки, и все. Меня пятеро бьют, и все. Ничего не могу сделать. Печалька, конечно. Прям печалька. Ну, хардово. Сейчас байбека нету. Байбека нету. Ладно, я отошел. Нормально, ничего страшного. Ничего страшного. Грифсы летят. Грифсы? Хорошо, хотя бы драка в плюс, да? Ну ты ж не умирал в драке, не байбекался, да? Это хорошо. Опа, Никита Зайка залагала. Ну, с одной стороны баланс, а с другой стороны интерес будет меньше, потому что мы тут играем, ну, прям совсем. Не хватает у нас геймплейских, да, игроков. Блин, и так обидно будет, если вылетит. Но, скорее всего, он вылетел. Да, он вылетел в офлайн. Блин. А я, кстати, помню такой прикол, когда пишет офлайн, и все равно чел реконнектится. Очень странная тема была. Но было такое, помню. Жалко. Жалко. Печалька. Ну ладно, кикнем. 4 на 4. Тойота. Тойота 4 на 4. Делей такой высокий стал, реально. Полата, что ли, стоит? О, игра сразу побыстрее побежала. Так, все-таки, что мне сделать некстом? Все-таки, что мне некстом купить? Вопрос серьезный. Point booster, наверное, возьму. Пусть будет point booster. Аганим буду выходить. Алхимик не додумается, аганим сделать. Если что, потом продадим, ничего страшного. Так. Предлагаю где-нибудь кого-нибудь подкараулить, в глиммерочке забежать. Блин, ну глиммер тоже такой, абуз хитрый. В то время не было глиммера. Но у нас тут варианта нет, хотя бы в чем-то будем хулиганить. Правильно? Mm-hmm. У нас урона нет, просто, не знаю. Да, у нас нету быстрого дамага. Несите положи, нормально сдался чел, да? Лол. Мы тут как бы не выигрываем никак, он сдается. Серьезно. Сейчас выбежит кто-то по-любому на деф. Я забегу. Глиммер, серч. Нормально будет. Ну, блин, не под тэшку бы желательно. Потому что уже что-то крипы под тавр уходят. Давай. Хорошо. Да он знает на шамане. Нормально. Он накосячил. Он знает, как будто... Знаешь, вот чисто... Что-то как будто... Я не пойду дальше. Страшновато. Okay. Как будто он, тут этот... Вижен какой-то был. Я на топ-то пахнусь.
Сын 3, что ли, ставят? Нифига я тут фармлю. Я АФК, вивер такой, знаешь. Ну, понятно, чисто. 2 на 5, как я и говорил. Сейчас сагоним фармлю. Вивера, если что, надеюсь, кикнем. Надеюсь, он на минуток 5 АФК. Надеюсь, на минуток 5 АФК. ДК дизарм купил. Значит, тут купить лотус и все, игра выиграна. Да, я тоже так думал, там столько направленных способностей, жесть. Причем они все это на меня накидывают. Слушай, ну, раз ты уже сделал глиммер, то ну попробуй тогда и лотуса забахать. Почему нет? Что уже поделать? Верните мой 2000... Какой там, 15-й вышла 85-я? Что уже поделать тогда? Что не поделать? Если уж такая дота грязная, то нужно забить большой болт. Они FF пишут. Почему? Понял. В чем прикол? Что, без зомби играть не будем, что ли? Лол. Вот это ракви. Ух ты, дядь, что там? Да, там в центре, прикинь, от вивероса, походу. Я бегу, дядь. Но ты, кстати, проживешь, дядь. Если тебя не хуканет, ты там в лоу хп жесть сколько живешь, по идее. Да стой ты. Я ультану в тебя все равно. Опа. Опа. 2007. Что это за игра? Серьезно. Неужели они из зомбака так сдались? Серьезно. Но не буду, да. Ой, лол. Это жестко. Кстати, ДК напоминает чела из 2007-го. Мог бы, да, там, да я бы. Если бы не лаги. Если бы не лаги, то... Ты мама была... не позвала. Да, вам была бы ГГшка. Опа. Это мой тиммейт, дядь. Опа. Тери, тери, вер. Кере? Вер, фраг, рак. Слаби. И подписывайся на YouTube канал Кинозес. Слаби. 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 Инитиати, двай. Блин, если сейчас кого-то кикнут, это крайне кто ПП не писал. Блин, максимально непонятная игра против каких-то нытиков. При том, что реально они жестко давили. Жестко давили, я уж думал, нам ГГ. Вивер не играет. Не знаю почему. Алхимик тоже всю игру фармил. И в итоге мы все равно выиграем. Че за фигня, вообще не понял. Максимально странная игра. Давай, мне щиток поехал, я. Ковыряем. Поехали. Все, поехали. Ой, ору. Все, ГГ, походу. А что за игра? Тогда, кстати, тоже кик-системы не было и... Весьма странновато, что. О, все, найс. И вивер тоже решил немножко. Короче, как в 2007-м на самом-то деле получилось. И правда. Слушай, чтобы записать видосик с 2007-го, надо просто зайти и ливнуть. В то время очень много ливали. Ох ты, это что, комиссионные были за щитки? Че, пойдем задушивать? Нет! 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 3 на 3 в итоге играем, слышишь, как 2007-го. Как 2007-м, дядь, 3 на 3. Подстянешь их под меня? Томбу, 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 дядь. ДК, жесть, как нас хреначит. Ну ты крайний, кто томбу ударит. Опа, алхимик. Хорошо. Смотри, у меня хп сколько. Ну, ты, по идее, там регениться, как собака должен. Вон, еще, крипуля бегает. Оп, хорош. Вообще так легко получилось. Ты, когда грифс, у тебя лоу хп, там вообще же с тебя хпшки. Быстро регенится. Вай-вай-вай. Ну, ничего, не хочется, если честно, подходить. Хпшек немного. 3500 золотых, кстати.
О, смотри, как он выбегает, типа, он что, сумасшедший? Ну, давай венгу еще. Нам пофиг, кого насиловать. Уничтожение. Хорошо. Добиваем этих осликов. Опа, сеточка. Сетки наги. Сетки мипо. Сетки мипо. Все, good game. Угомонили тогда таких в 2007 году. Жестко. Но, что я могу сказать? На самом деле, еще игра не закончилась, да, я так смотрю. Боже, это тамба. Блин, тамба моросит. Просто беру, застиливаю. И все. Опа, нифига себе. Тамба, конечно, жестко солит. Интересно, кто там не сдался еще? Сдавайся. Рак. Сдавайся, напишем. Очень странная игра, максимально. Реально, я давно такие игры не играл. То есть на эти катки почему-то с 2007-го вообще пофиг на ливеров. Почему? Потому что тематический видос. Вот, и как-то весьма... Блин, я сейчас вспомнил, какой Bloodstone раньше был, дядь, ты помнишь? Не, я уже забыл. Bloodstone, он, короче, от зарядов и хп, и ману регенил. Вообще же, что за имба была. Просто вдумайся. Чем больше зарядов, тем сильнее ты регенишься. А Тараска, я думаю, по-любому ты помнишь, какая она была. Как сейчас в Доте 2 Тараска. Она не сбивалась, да? Да, да, да. И я помню, я брал Таурена, когда мы играли, помню, 1v1. И просто собирал Тараску, помню. И хрен пробьешь вообще. Она регенит вообще как сумасшедшая. Опа, нифига себе. Куда ты меня? Там будет у картуй. Там будет у картуй. Я встань, не могу там бубить. Жесть, и там бак все равно все еще жива. Да, еще жива, но я ее не бил. Ха, жесть. Что за бред? Но я думаю, тут надо что-нибудь еще побыстренькое сварганить, потому что максимально странная игра. В лайнинге весело постояли. Ну и давай, one more time сыграем, Антонио, как в 2007-м. Давай. Блин, это странно вообще максимально было сейчас. Ну что, друзья, некстовая катка у нас началась уже, 2007 год на дворе. И решили мы с Антонио все-таки... другую сделать уже комбинацию. Если первую комбинацию мы как в 2007 отыграли с двумя щиточками Акс плюс Дарксир, следующая комбинация, которую мы будем делать, это Кунка ШД. Эту комбинацию в прошлом очень жестко юзали, и это реально было интересно. Лайнинги просто сыпались. Короче, просто пожелаю всем приятного просмотра. Обязательно напишите комментарий добрый. Играли ли вы так в то время? И постараемся сделать с Антохой немного контента. Снова надеюсь, катка будет не как прошлое. Прошлое максимально странное. Сначала они давят, потом заплакали, встали в АФПК. Вообще ничего не понятно. Очень странно. Ну блин, если бы они давили, вот ну реально до конца, было бы круто и интересно. Ой. И короче, сейчас посмотрим. Кунка, Эридарчик. Все крайне просто в этой комбинации. Дается Астрал. Дается торрентик под торрентик и начинаем душить. Будет интересно, надеюсь. Раньше это вообще, эта комба из разряда про считалась. Да. Не все могли тайминг соблюдать. Да, да и я сейчас не уверен, что там по таймингу. 2.5 секунд астрал и тайминг торрента полторашка. Да, по сути, как санстрайк давать под Ю. Да, нормально. Да, короче, то же самое, в принципе. Давай я сделаю урну. Сделаю урночку, дядька. И погнали на топ. У них там... Let's go. Бэм-бэм. Сникерс. Да-да. Сникерс. Хорошо. Еще самая тема, что раньше Иридару тройку вообще почти не качали. Ее качали, я точно помню. Но она нифига не дамажила. Не так, как сейчас. Сейчас же все раскачиваются через тройку, потому что через тройку можно нанести с помощью 5 зарядов вот этой Poison 1000 урона. Это огромное количество урона. Просто вдумайтесь, 1000 урона. Реально. Это очень много.
Вот, и на седьмом левеле уже 1000 урона можно спокойно, а еще если двойкой пробафаешь, вообще очень жестко получалось. Но, короче, качать мы не будем. Ми-топ. Ми-топ с ФД. Мидр. Если будем урону забирать, ты можешь арен качать, я тебя отстрал. Да я думаю, не понадобится. Там пуш будет опять хукать, наверное, какой-нибудь. Посмотрим сейчас. Короче, жесть. Опа, пуш тут с сапогом. Нормально в наглую заберем. Энигма будет забирать или нет? Тогда я, наверное, заберу. Опа. Как он между нами не попал? Что это? Я думал, только я так могу делать. Жесть. Ну, это надо на вставочку сделать. Под замедление и музыку какую-нибудь. Ой, бро, это прям жестко. Прям очень жестко. Так, что ты, астрал берешь, наверное, да? Давай на втором левеле попробуем кого-то убить уже с такой комбинацией. Давай. Ты там подходишь, даешь астрал, двойку, я торрент, и подхожу и ударяю. Нормально, не деремся. Пока. Фармью им до второго. Леорика, я думаю, мы тут загнобим вообще прям по страшной силе. Давай прогуляемся. Че ты его сопровождаешь, как в 2007-м, да? Я бы ему пятюню еще сейчас ответил. Швить-швить. Вот это швить-швить. У меня просто на автомате уже эти Ctrl-3, Ctrl-3. Нормальная тема, одобряем. Так, ну у меня второй есть. Чуть постой по этому. А тебе, если хочешь, можешь дать. Побьем. У тебя есть? Да, да, есть. А, погоди. Или пугну, вообще пофиг. Опа. Нормально так, половин, больше половины хп, дядь, слили. Просто из ничего. Да. Че он дерется? Ну этот пугна мусор в портуй. Ой, да ладно, одну тычку дашь? Этого тоже можно. Забивай. Забивай, забивай, я не добью, по тэшке не пойду. А, лол. Что пугна делает, еще непонятно. Осуждаю. Я торрент максить буду. Осуждаю, просто сказка. Торрент размакша, чтобы можно было под твою двойку торрентом много вносить прям. Раньше так и играли. Торрент максили, я помню. Двойка, торрент. Прям. Торрент, двойка. Мистер Леорик Вампиризмович. Не дает крипа, блин, добить. Пугна новичковый, походу. Новичковый. Новичковый? Новичковый, да. Дашь тангус один? Гуз, да. Подгуз. Подгуз. Подгузник. Дашь один подгузник. Класс, а куда крипы пошли? Крипы пошли куда? Я не понимаю, куда. Они просто пошли по своим делам, как бы ты не мешаем. Отводы прямиком из 2007, да? Мусуры это картуй. На чили, на лайте. Так, 1-2 раскачал. Опа, сейчас, кстати... Только выходит кто-нибудь, там можешь астральчик, двоечку там. Танго, еще танго. Тангусик долго кдешься. Вон, пугну, давай за Астралию. Погнали. Блин, как легко, да? Там еще 500 хп, прям вообще на изи. Арен просто сильный нюк. И подбрасывает, и замедляет, и дамажит. Да, хорошо. Да, 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 прикольно. Ну, сейчас, короче, вот так и будем. Так и будем. О, тебе до арканы чуть-чуть, да? Добей одного крипочка, деда вот этого, можешь заковырять. Хорошо. Деда заковыряешь. Ребята, пробуйте эту комбинацию. Эта комбинация максимально простая и максимально легкая. Рекомендую прям к тому, чтобы вы пробовали это, потому что, ну, реально очень простенько. Просто торрентик, подбросик. Сейчас у меня уже... Торрент тройка будет. И прям будет еще жестче. Можем прям под тавером. Наверное. Давай я запушу. Оставь, оставь, я сейчас запушу. Уже до талого. Торрент, пятый левел.
Мне третью вообще вкачать или вообще? Оставь, 1-2 качай, я тоже не буду качать. Сейчас заходишь, просто Астралиш, дядя, поехал. Где там Леорик? Он в кустах, наверное. Да-да-да, аура где-то. В кустах, вот я его нашел. За мной крипы, я обхожу снизу. Я его запутал, он запутался в трех соснах. Блин, как же... Вообще жесть! Я уже и забыл, что это так жестко. Это очень жестко. Как Леорик, бедолага, вообще, то есть прикинь, он в астрал попадает и все, конечно. В астрал попал и все. Это жестко. Я знаешь, что еще сейчас вспомнил? Всегда обузили виспа плюс хаоса. Тогда стан был у виспа. Когда ты рифт юзаешь, то сразу мгновенно персонаж улетает в стан. И ты потом еще протаймливаешь этим болтом. Блин, как это было круто, жесть. Вообще это и сейчас играется. Просто у виспа не тизер не станет и все. Да, он так да. Бафает сильный ЦК, они неубиваемые. Угу. Но раньше было прям пушкой. Пойдем, любого килла. О, смотри. Здорово. Здорово, бро. Жесть, что это? Мы вообще напрягаемся сейчас? Я не пойму. Он пуш был. Нет. Вообще не напрягаемся. Мышц не было замечено напряженных в этом моменте ни одной. Вообще, то есть понимаешь, это настолько легкая комбинация, она до сих пор работает, и это реально круто. Не зубы подраться. Бери монетку, Антонио. Я забираю варды сейчас, мы вот здесь поставим. Мы пойдем просто сейчас по всей карте вот так. Комбинить. Пойдем вот здесь вот так вот. Погнали. На низ можем выйти, да? Я так смотрю, на низу суета. Ягами лайт. Погнали. Погнали просто на низ, дядь. Опа, пуч там таки подработал. Че, я думаю, торрент, через торрент начну. Через торрент? Ну давай. Я да, я толпу. Корабельщика накидаю просто туда. Пусть стоят, лосхитят с толпой. Попаду? Во, я как тот пуш вначале. Ну, кидай астрал там. Если че. Ему корабль, крейсер в бухту заедет сейчас. Это жестко. Крейсер мне в бухту заехал просто. Он еще и спиной повернулся, как надо. И вот это. И все. Уже астрал есть, дядь, да? Оставь, оставь, оставь. Сейчас вот так сделаем. Старый помидор. Все, закидываешь любого в астрал, видишь уже все. Он старого помидора, может, там, любого. Поехало. Все, и пусть умирает с иллюзий. Но, кстати, его не бафнуло. Куриона, бафнула эту, пугнул. Пудгия бежит. Он кату хуканул, дядь, он с 83-й. Если что, я готов. Оп, вот такой торрент, как вам? Я на него. Ой-ой-ой, какой торрент. На, просто, что этот кунка творит? Это просто что за машина? Где я там потерялся, в кустах хожу? Дядя, тебе 2 хп. Ой-ой-ой, блин, меня так долбануло, ствот. Если что, астрал даешь, давай. Поехала. Ой, какой торрент. Ой, какой красивый даблкил. Чисто как с 2007-го. Просто умаиваем у Синдерью. Ой, Синдерью. Синдерью. Синдерей, короче. Так, я отхожу, дорогой. Пойду на базу сбегаю. Что, я думаю, 3 урны. Торрент размаксил. Жесть. Так, а что еще тогда кунке собирали? Батл Фури. Бу, а чё нет? Серьезно, ребят, тогда собирали Батл Фури. Собираем Батл Фуру, Бутерфуру. Чё делать-то? Да, напомнил, блядь. Да, несколько Бутерфурулов и работали, а чё нет? Бутерфуру. Монетка лежит, монетку заберу. Блин, на восьмом надо качнуть крест, чтобы на базу летать хотя бы. Жестко. Так, и я начну с Персеваранса. Персеваранса начну. Да, Бутерфурул, кстати, собирали ему. Реально, я уже и забыл. Что раньше Бутерфурул собирали. Где мне дафить куда-то ее? Да, сейчас восьмой левел возьму, на базу слетаю. И еще не скоро.
Не-не, я уже все, вот один крипчик и на базу лечу. Да, вот надо задефить легко. Я, короче, полечу сейчас. Так, крест есть. Чел, дело говорит. Чел, ты... Челуство. Все, я, если что, бегу к вам. Дядьки. Дядьки, я бегу! Бегу, торренты, корабли! Персеверанс есть, как в то время. Опа, нифига себе, там сейчас суета будет. Тебе палка, смотри, по палке не даст? Ай-яй-яй, дядька, беги! О, нет! О, нет, бро! Нет! Торренты, корабли летят уже! Крейсер мне в бухту! Да я не могу пройти, столько крипов, блин! Это палка это. О, смотри, пугну вот так вот. Это вот так вот. Хорошо. 6. Если что, ТП на базу дай. А, у тебя КДшка, да? Я тебя за этот, за крест. Туда-назад. Если что. Ну, я тебя урну, да? Нормально. Блин. Это забавнее, чем можно вообще себе подумать. Все привыкли играть через крест. На кунке торрент в единицу, да, крест макс, чтобы можно было зацепить. А насколько мы забыли, что интереснее и круче играть через 1-2, да? Ну, типа, привычнее, конечно же, через крест, но для контента через 1-2, да и в целом просто в комбинации с каким-то героем, это реально прикольно. Все-таки стали мы забывать на самом деле трушную старенькую дотку, и это очень на самом деле обидно, жалко. И чё? Мусур. Мусур, это карту, ему крейсер в бухту залетел, дядь. Нифига ты там еще типу навязал кнопку. Ну, торрент будет, дядь, зови. Ой, торрент. Бей, это два надо убить. Давай. Первый нет. Первый даешь. Опа, нифига себе ты даешь. Даю первую. Давай. Блин, жестко дамажит. Очень жестко. А purification как долбанет под да, вторым. Чистый дамаг. О, еще раз идет он. Фига себе ты. И стоит просто. Он типа неуязвимый, что ли? Под щитом. Ой-ой-ой, дядь. Нет торрента, дорогой. Я поблочу. Ой, стики. Стик. 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 Дядь, я убегаю. Ты живой? Торренты корабли даю. Не достаю. Блин, тут Леорик стоит. Ты выживешь? Фуриона уже. Блин, обидно, жесть. Ну ладно уже. Так как говорится, рип. Рип. Блин, ну это жестко. Вообще не напрягаясь, вы просто киляете спокойно. Рипчик. Прион с доминатором точно 2007-го. Да, вот как тогда собирает парень. У меня почти баттерфурул есть. Баттерфурул. Фурункул. Баттерфурункул. Баттерфурул. Смешное название, конечно. Это мне на стриме кто-то написал. Хрен баттерфурул собирал. Баттерфурул, он запомнил. Не добью. Ой, медовик. Хорошо. Медовик. Это упражнение делай, спина болеть не будет, как я тогда выдал батл. Хорошо. Так, блин, кура уже улетела, да? Ну все, у меня есть баттерфурул. Че, на меду суета, да? Ты где у нас на карте? Я тут. А, ты Леорика гоняешь. Я бегу пешочком. Нифига, я тут сейчас дамагну чуваков. Жесть. Просто легко так, как, блин, как в то время. Ложишь корабль, просто все падают. Ты еще так повезло, все такие ватные. Все такие ватные. Хорошо.
Че там, блокуешь? Блочок маленький. Эх, чуть-чуть. Дистанции не хватало, я не мог раньше дать. Вот так сделаю. Бью палку. Шо? БФчик есть, дядь. Будет астрал там кричить сейчас. Вот так сделаю, регенься, дядь, и закупайся быстренько там. Я верну тебя. Они не будут ожидать, что ты вернешься. Опа. Прилетел. Астрал кого-нибудь сходу. Оп, они подумают, что тебя тут нету, дядь, на самом-то деле. А лол, да? Они такие, в смысле? Ой, как его ударило, прикинь. Как ты это так сделал? Ты как под ламинат залез? Его. Что-то знакомое. Ну, я не помню. Реально демон, кстати. Демон. 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 Демит. Ноу. Дядь, я поможу тебе. Чё, торрент, что ли, крест кидать ему? Не хочу крест ему кидать, но придется крест ему. Животворящий. Оп, пяу, пау. И задушили жиробаса. С батлфурулом души. Сию соберу. Сию соберу, дядь. Если хочешь, на базу слетай. А, в тебя ТП-шки нет. Ну сыр. Сию минуту, приговорен. Так, торренты корабли или мне просто стычки? Вот так вот сделать. Туда его. Вот тут жестко прессингуем, не знаю. Ой, жесть. Это прям очень жестко выглядит, то, что мы сейчас сделаем. Просто нереальный овнинг какой-то. Такой толпой просто. Без напрягов. Так. Да-да. Да-да, это я. Пойду на топ схожу. Надо же БФ реализовывать, дядь. Не просто так купил. Если честно, БФ на кунке миллион лет не собирал, реально. Вот кто хочет верит, кто хочет не верит, но реально БФ очень давно не собирал. Прям вообще давно-давно. Так. А ты что думаешь собрать? Не знаю, я Дискорд купил. Дискорд? Звонить будешь кому-то? Ага. О, вот этим позвонить хочешь? Ну я иду, я рядом. Байте. Вот можешь постоять там, я торрент корабль хороший закину. Вот по ним троим Дискорд. Ай, по троим Дискорд. Блин, как же это... Ууу, дядь. Подожди. Нет астрала. Нормально, я живу. Хорош. Убиваем. Блин, меня Леорик зафигачит. Хорош. За мной маньяк бежит. Маньяк? Джейс, ну нормально там залетел, Торрент Кораблевич. Зачем он за тобой бегает просто? У него нормально все? На базу слетаешь? ТП-шку дал тебе. Можешь сию забрать, я тебе вложу сейчас. Вот так вот. Вот, найс. Могу разбить ее. Не надо, пожалуйста. Хорошо. Нифига ты доставщик пиццы. Блин, нормально так подбайтил, там такой красивый момент, как в 2007-м. Да. Как вот в то время такие моменты были. Вау! Это что-то нереальное, прикинь, там и всему селу рассказываешь, как ты на кунке торрент по пятерым дал и корабль, это прям... Пришел в школу. Аркадий, прикинь, что вчера было? Что было? Я опять боту поймал в Black Hole. Прикинь, вот это реально такое было. Жесть прям. Я помню, на телефон записывал, как тут Найксом с Армлетом троих убил. Армлет тогда по 500 хп давал просто. Это было круто. Это и мусуры, это карты. Бах! Еще и крейсер сверху заехал. Еще Дискорд был сверху. Прикинь, жесть, сколько же это много урона, бро. Это просто жесть. 18-я минута, жесть, мы тут душим. Просто проклятие, что мизинцем дотрагиваешься, и чего на кости разваливать. Это жестко.
Так, подписывайтесь в YouTube канал Сен АЗЕС. Не забывайте, ребятки, подписываться на YouTube канал, чтобы не пропускать новые видосы, ну и, конечно же, залетать на стримы, которые проходят вечером. А так у нас вообще каждый понедельник, четверг по новому видосу. Стримы каждый вечер стараюсь проводить, чтобы было интересно, весело, чтобы вы бодрились. Фановые стримы. Поэтому не забывайте. О, смотри, там подписчик есть, прикинь. Вот, даже Леорик подписан, а ты еще не подписан. Че там, кто-то забайтит? Я хочу грамотно, красиво положить. Ладно, я вот так вот сделаю. О! Нифига. Торрент, этот мет... Ой, астрал, хороший? Я забыл, что у тебя там есть, дядь. Я просто забыл, что у тебя там. Метка торрент крест там все перебрал, но не сказал астрал. А как вот сейчас я забрал Пуджа? Я не знаю, с иллюзией, наверное. Неужели такой урод был просто с руки? Наверное, с иллюзией. Че, еще БФчик бахнуть? Еще БФчик. Блин, это жесть. И самое классное, они не сдаются, доталово играют, молодцы. Че, отойдем, может, Рошана побьем немножко? Чуть-чуть совсем? Ну, чуть-чуть совсем, да, че нет. Я БФчик второй сделаю. Сейчас постоянно на кунке, если играю на стримах, то только через рапиру и армлет. Других билдов не имеем. Не знаю. Не уверен. О, ДДшка. Уверен теперь, что заберем. И стоит, разбить хочет. Рисарак. Заберем, я думаю. Как думаешь, с Сиёй плюс ДДшечка под торрентом? Я, да, блин, я подпику, если чё. Да дай торрент, ё-моё. Хорошо. Вот так сделаю. Чуть порегенюсь, и ты потанчишь. По очереди чисто. Все, отходи, я нормально побью. Хорошо. О, не выдержал уже этого насилия. Правильно, правильно. Там фантом чисто с этим сомником уже раздают. Молодцы, ребята. Так, вот я сейчас вспоминаю, сижу, какие у нас еще есть комбинации на следующий раз. И есть у меня еще на примете пару комбинаций, которые тоже можно поюзать немножко. Не знаю, зайдут они вам или нет, но я думаю продолжить. Если посмотрю по активу на этих видосах, ну в среднем видосы, кстати, по 15, по 20 тысяч набирают просмотров через время, и это очень круто. И как бы будем смотреть уже, нравится ли вам... Эта серия такая ностальгическая. Первый видос вообще офигенный вышел. У нас там столько историй порассказывали. А сейчас уже что-то голова, если честно, не помнит, что это. Что повспоминать. Вот здесь, Аркадий, ты меня взорвал СФом. Вот здесь я стоял. Мы один на один играли. У тебя было вот просто ХП, не знаю, вот 150. Я в предвкушении уже на шокучах, понял, бегу. И прямо вот внутри тебя я встал, и ты взорвал просто с реквием. Тогда это было просто эпично. Что ты в тот момент подумал? Черт, мусор. Что я боссом просто был в ноль. Я униженным себя почувствовал. Блин, ну SF такой, эталон, я помню. Тогда с хайграундов пытался постоянно что-то делать прям. Реально. Ну, как видишь, запомнилось. Если получалось, то круто. Чисто детская травма, ребят. Печаталась. На всю жизнь запомнил. Че, астрал даешь, там его отправляем в таверну, чувака. Просто, да, бесконтактный бой произошел. Жесть. Просто довели оппонентов до лива 2007 годом. Это жестко. Ну, давайте будем заканчивать. Я думаю, две игры такие рафляные на час видоса, в принципе. Нормально, первая игра была с какой-то интригой. Но непонятная тоже. Но пойдет. Рапира, кстати, норм на шадоу демона? Рапира на шадоу демона? Не знаю, никогда не видел. Я протейт. Никогда не видел. Сейчас пойдем под колодец, да, я так понимаю? Сейчас я рапиру куплю. Вот must have, да? Must have. Да уж такое. Надо, кстати, нужно будет собрать ребят. У меня сейчас многозадачные именно видосы есть, которые нужно писать. Надо с фанами, вот с такие, вот такой, вот это фановый видос.
Есть серьезные видосы, где реально очень жесткие какие-то стратегии, и с этими фановыми видосами, конечно же, очень много мороки. Вернее, не фановыми, а серьезными. Эх, не достаю. О, БМ-ка. Байбек Обливион, нифига себе, ты чё, дядь? Да, именно Обливион, кстати, его назвали так раньше. Обливионом мы играли. Обливионом играли. Да, ты что? Забрал. Чё тычка такая жирная, я думаю. Рапира. Я забыл, что у тебя рапира. А вон пуш, погнали, выстегнем его, дядь. Астрали его, пукань его. Не надо, дядя. Закрывай его. А, все, и я резну сейчас, да? И, ребята, ну, в общем, получился у нас вот такой вот фановый видосик, рафляный, с несколькими комбинациями. Как видите, комбинация ШД Кунка прям нереально круто залетает. Попробуйте ее тоже, поюзайте. Ну и напишите, как она вам, зашла эта комба, понравилась или нет. Ну и на этом серия вот этих видосов 2007 пока что окончено, ребятки. Антонио, пофанились нормально? Отличненько. Первая игра максимально странная была, вообще непонятно, если честно. Там ее никто не хотел играть, ни союзники, ни противники. Да, и хотели только мы, но тем не менее, как получилось, так получилось. Ну и на этом все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел. Не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube-канал. И с вами был Ксеназис, и до скорого. Всем пока-пока. Ворвался. Лад! Good game.